Снова здорово, дамы и господа, на связи Роман, канал Free Sun Games. Мы продолжаем с вами Starfield. Возможно, уже скоро закончим, потому что близится тот день, когда Starfield подойдет к концу, по крайней мере, сюжетная его часть. Все остальное мы трогать не будем. Возможно, я еще за кадром поиграю для своего собственного удовлетворения, но, скорее всего, нет, и я перейду уже в другую игру, и это будет Секиро, скорее всего, потому что давно просили, а я это Секиро, вот прям вот, ну, я его боюсь, если честно, потому что там все завязано на парировании, а у меня с парированиями все крайне все плохо. Плохо, это даже, знаешь, это даже ничего не сказать, у меня там просто кабзда с этим, с этими парированиями. Поэтому это надо будет заново обучаться игре. Это тебе не Elden Ring. Кстати, дополнение Elden Ring же еще должно выйти вот когда-то. Поэтому надо будет еще и в Elden Ring как-то поиграть. А сейчас мы полезем наверх. Вот там есть исследовательская лаборатория. Я пособирал очень много всякого разного герметика, уничтожая этих жуков. Следовательно, возможно, мы сможем еще что-то изучить. Информация конечно, не точная, но я очень на это надеюсь. Так, меня интересует оружие в первую очередь. Чего мне здесь не хватает? Полимер есть, клея нет. Да как же так клея-то нет? А куда у меня клей делся? Клея тут тоже нет. Здесь титан... Ничего нет. Титан, вольфрам, полимер. А, оборудование. Это у меня скафандры. Но здесь в целом все закрыто. Раз, это неинтересно. Это мне неинтересно. Так, хорошо. Что, я загрузил же немного? Ничего не поменялось. А что у меня такое тяжелое, что я вот так вот пособирал? По весу вот это понятно. А, вот этот скафандр, продвинутый скафандр созвездия. Зачем он мне? Выкинуть, естественно. Магнит предметов и строительство аванпостов. Слушай, мне кажется, это все-таки аванпосты. Это тоже не то, что мне бы хотелось. Реостат — это тоже аванпосты. Я их не буду строить, поэтому это мне не столь важно. Легендарный шлем. Ну, в целом 2 килограмма пусть будет. Аванполитекстиль. Да нахер он мне нужен? Нулевой провод. Адаптивная рама. Не, слушай, наверное, все-таки надо часть обратно собрать. Давай я все-таки ресурсы обратно соберу, потому что мало ли. А где еще остатки ресурсов? Это что же оно? Нет. Подожди. По-моему, я что-то не собрал. Здрасте, ты кто такая? А, нет, это часть корабля. Это я, значит, все собрал. Хорошо, ладно. Поехали, помчали, поскакали. Вы хорошо выглядите. Да ты тоже не очень. Садимся, поехали. Торгаш. Мне нужен торгаш. Где мне найти грамотного, хорошего торгаша? Покинуть корабль, взлет. Поехали, взлетаем. Мне нужен очень хороший, грамотный торгаш, который мне продаст вольфрам, титан, клей. Очень надо много клея мне. Без клея прям ничего не могу сделать. К сожалению, увы. Ах. Ладушки. Куда мне надо отправиться? Сила извне. Приобрести силу. Не хочу. Обрести силу. Не хочу. Дождаться церемонии. Возможно. Отправиться к Массаде. Показать на карте. Подожди. А дождаться церемонии 5 дней УВ. Так, а вроде как раз уже... Уже вроде как... Да? Если я не ошибаюсь, то вроде у нас было уведомление, что церемония где-то вот-вот уже должна начаться. Просто я решил на это болта забить. Но вроде как... Или меня проглючивает. Блин, хрен знает. Ах, ты ж ядретина, пассатижа. Я думал, в космопорте окажемся. Так.
Ну ладно, хоть не в подвале похороны. Подожди, а где? Это повыше? Блин, это походу повыше на один этаж. Ну тут что, все мое валяется. Абсолютно ненужное. Да где вы тут спрятались-то? Ребят, вы чё? Это как? А, просто спать? То есть то, что я летаю на космическом корабле, четыре дня. То есть то, что я летаю туда-сюда, подождать 20, посетить панихиду. Да я лучше посещу ее, чем мне ее пропускать-то? Ничего, зря что ли летел? Уже не в состоянии перелезть, что ли? Как все сложно. Так, созвездию не чужды потери. Нас основатель ушел в экспедицию и не вернулся. Легко говорить о славе и воодушевлении от прикосновения к неизведанному, от освещения темноты. Но гораздо сложнее взглянуть в лицо цене, осознать, что весь наш прогресс построен на жизни тех, кто осмелился. И что мы обязаны им, мужественно продолжая нашу работу в память о них. Это что такое? На самое не похоже. Спасибо, Сара. Кто-то еще хочет сказать несколько слов? Сказать несколько слов. Давай. Я скажу пару ласковых. А, вот где Сэм. А можно это как-нибудь на превью взять? Обнаружен. Я обнаружен. Вот так вот. Ладно, хорошо, спасибо. Всем привет. Сэм был моим другом. Он был больше, чем блудный сын Акилы. Он был лучшим среди нас. И я буду скучать по нему до конца своих дней. Уйти, когда будете готовы. Я готов. Я вообще очень быстро готовлюсь ко всему. Блин, вот сказать честно, похороны такая штука, которую я не перевариваю. Вот ты можешь говорить все что угодно, но я не могу абсолютно. Мне проще не сходить. На самом деле. Я очень боюсь, я чувствую себя там крайне некомфортно, отвратительно. Я не знаю, что еще добавить, но это очень сильно не мое. Это прям вот. Насколько может быть человеку некомфортно и не по себе, и страшно в определенном месте, вот мне примерно точно так же. Я прям нет, я избегаю таких ситуаций. Вот. Но, к сожалению, ни разу не избежал. Когда дело заходит до самых-самых близких, так сказать. Ладно, это все грустная история, не будем об этом. Но ты понял меня. Мне нужен торговец. Я хочу купить клей, титан и вольфрам. Клей, титан и вольфрам. Где тут магазин? Я точно знаю, что здесь есть лавка. И есть еще одна лавка в космопорте. Подожди, клей, титан, вольфрам. Кредиты 200 добавлено. За что сейчас? За что мне сейчас дали деньги? А, точно, вот. Давай здесь что-нибудь попробуем узнать. Что у тебя есть, дружище? Нулевой провод. Блин, ни титана, ни вольфрама. Отмычки все скупить у тебя. Stop. Да отстань ты от меня. В торговую можно эту зайти, у них поспрашивать. Да я к тебе побрыжить пришел. А что у тебя по патронам? 43-й, у меня 45-й используется. И 40-е. Аптечка нет. Ксенон.
смазка. Нету ничего из этого. Какие-то очень бесполезные барыги все здесь. Но пойдем еще в торговом автомате, космопорте, попробуем что-нибудь купить. Возможно, у них что-то будет. Но, честно говоря, опять же таки не уверен. Выберите этаж. Космопорт, да. Космопорт хочу сгонять. Подожди, как космопорт? Я не могу же здесь подняться в космопорт. Мне надо было на метро проехать, чтобы подняться в космопорт. Здесь выход есть в космопорт? Так как так? Не, ну я не против, конечно. А где еще можно попробовать попуг... А, волк! Волк, но у них тоже, по-моему, уже ничего нет. Я вроде как все скупил. Да давай, активируйся! Собственно, атмосфера не хотела активироваться, личная точнее. Так, киоск. Все, что у тебя есть интересного? Сороковые, да. Адаптивная планка, ткань, аптечка. Герметик есть, герметик, железа. Какой продать? Я 40-е все патроны продал, да? Гениально, просто гениально. Купить, выкупить обратно, да. А, у него ничего нельзя купить. Кстати, у меня 297 тысяч. Я могу купить Бэтхаус. Я почему-то думал, что в этом киоске можно купить. А здесь, оказывается, только можно продать и выкупить обратно. Все, больше ничего нельзя сделать. Так, в смысле? Не надо мне сейчас, пожалуйста, звонить. Вот сейчас вот не самое лучшее время для звонков. Полетели. А куда сгонять? Панихида у нас уже была. А, там еще одно задание осталось. Все остальное это поиски силы, храма силы. Ну, храм силы не интересно. Силы собирать вот эти ваши. Я ими не пользуюсь. Вот личная атмосфера единственный плюс, потому что выносливость не тратится. Ну, по сути, все. Просто потому, что не тратится выносливость. А, откровение. Отправиться к Масаде. Проложить маршрут. Ой-ой-ой, как далеко там. Сюда. Все остальное неизведанная территория. Ну, допустим. И что? Есть контакт. Ого. Все равно неизведанный маршрут. Сейчас, получается, мне по одной планетке надо. Да ядрёно батону. А если я сейчас щиты отключу и все в гравипривод сделаю? Он быстрее, по идее, просто заряжаться будет. Так-то ни на что это не влияет, просто быстрее будет заряжаться. А может быть еще и прыжок будет дальше. Давай я сейчас... Вот он у меня максимальный, отлично. Так. Да ядрен батон. Это вот какой-то тупизм. Зачем мне это сделано по одной планете? Он одинаково не исследован. Что я прыгаю по одной, что сразу через все. Одинаково не исследованы. Хоть так, хоть сяк.
где этот маршрут дурацкий, дебильный? Гейзенберг. Уровень 55. Это типа 55 уровень рекомендуемый? На секундочку, у меня 26. Мне кажется, это ерунда какая-то. 60-й. Что-то я очковать начинаю потихохоньку. 75-й. Возможно, мне там жопу надерут. Поприветствовать корабль Скорпиус. Ну, наконец-то ты появился. Больше никаких слов. Давайте договоримся. Я не просил об этой битве, но я не позволю никому из вас контролировать. Это нет смысла откладывать неизбежно, приготовиться к уничтожению. Полагаю, кто из вас прислушается голос. Никто из вас не прислушается? Борьба в самих небесах. О чем вы еще? В смысле? Нет, нет, только не на кораблях, пожалуйста. Только не на кораблях, да ёб вашу мать. Куда он делся? Давайте на земле. Тихо. И почему их три корабля? Опять куда-то исчез. Да что такое? Ремонт. Так, нету. Я, кстати, выжил. Я выжил, я их удел. Допустим, так, у меня еще две энки осталось. Давай тогда сюда кинем и сюда кинем. Масада. Открыть карту планеты. Давай. Погребенный храм. Сюда. Посадка. Да, если в небе такая жара, то что же будет происходить на поверхности? Ждет нас, видимо, развязочка сегодня. Покинуть корабль, да. Вот его корабль здесь. Холод. Да насрать на этот холод. Где кто? Такое ощущение, как будто кто-то прилетел, улетел, но по итогу никого и не было. Есть тут клей, пацаны? Клейкая лента — это не то. Антисептик. Да в топку этот антисептик. Что это вообще за база? На храм это не особо похоже. А, типа, может, исследовательское что-то. Есть у тебя второе дыхание?
Ой-ой-ой, тут что творится? Кредиты. Охренеть, вы тут народу положили. Вы что творите-то? Да, есть у меня аптечки. Мне куда их еще запихивать? Роботов нельзя шмонать. Кредиты. Ну ладно, давай аптечку заберу, хрен с тобой. Потому что, судя по всему, меня сейчас тут унижать будут. Надо быть готовым к этому. А есть клей, пацаны? Проводная катушка. Кредиты. Да, меня готовят к финальной битве. Прям хорошо, так крепенько готовят. Кто это сказал? Так. Да ты же нихера себе! Он просто пришел и в упор меня начал ножиком резать. Как мне обратно подняться? В смысле, а как я упал? Не, ну как я упал, это понятно. Как мне теперь обратно? Вообще это нечестно. Я думал, мы тут раз на раз будем. Ага. Да прекрати! Так, первый ушел. Каждый раз, когда он меня бьет в этот, скажи мне, я тебе скажу. Когда он меня начинает... Да, бляха! Когда он меня атакует оружием ближнего боя, мой персонаж перестает атаковать. Бляха, чё их так много-то? Неужели мне всех надо перебить? Да твою мать, опять свинтил. Спокойно, спокойно. Живы будем, не помрем. Ай. Дробовики им ой как не нравятся. Черт. Все, я всех перебил. Ну вот это я мощный, конечно. У меня патронов практически нисколько не осталось на мой автомат. И это плохо. Кстати, заметь, мне дали херово тучу аптечек. Мне давали скафандры, но мне... Практически нисколько не давали патронов.
Серьезно. Блин, что мне делать, если патроны закончились? Ну, у меня еще в дробовике сколько там? В дробовике 500 патронов. Не открывается. Клея так и нет. Ни титана, ни вольфрама. Только можно больше мне не устраивать засад, пожалуйста? Гаечный ключ. Очень надо. Ящик хранения. 7,62. Это не мои патроны. Мои 3 семерки. Вот они мои. 7,77. Так, слушайте, сейчас, наверное, опять будет битва. Подожди секунду. Пауза затянулась на сутки, если быть точным. Так, пойдем. Смерть — это только начало. Кто это сказал? Ох, ты ж ёжики, кто ёжики? Подожди, а это кто? А это другие. Подожди, кто это? Это наемники какие-то. Куда вделся? А что за низкоуровневые наемники были? Не понял. Как хорошо, что он через текстуры провалился. Бляха, они со всех сторон. Это что такое? Да иди же, пассатижа! Нет, еще не все. Да ёпиш мать. Я тебе сейчас. А, ты этот. Против тебя лучше дробовиком. Но здесь слишком. Да хорош исчезать прям перед носом. Двадцать седьмой уровень. Спасибо. А я могу что-то себе прокачать интересно? А, дробовик, кстати. Дробовик наносит... заблокировано, а что такое? А, я мало людей поубивал. Винтовка. Во, винтовку возьму. 50 врагов. Я же винтовку использую, это же винтовка. Но патронов-то совсем ни хрена нет. Какой смысл мне прокачивать винтовку, если у меня винтовки, патронов для винтовки нет? Спокойно. Получили одну квантовую сущность. Все, а все остальные решили отступить, да? Окей, ладно, хорошо. Допустим. Где патроны-то брать? 50-й безгильзовый. Не помню, где 50-й используется. Блин, я не помню, нужен мне этот 50-й, нет? Ох, ёжики. Где патроны 7-7-7-7-7-7? Бобби, не кричи. 27-й это пистолет. Да ну... Не, не буду я его брать. Собака! Собака что-то верещит. Понятно, ничего интересного. Так, кредиты давай возьму. Блин, что с патронами-то делать?
Надо было, наверное, еще лазерную пушку с собой какую-нибудь взять. У меня лазерных патронов до хрена и больше. Сейф. Подожди со своим сейфом. Я кредиты хочу взять. Так, ладно. Разорванная мышца. Да откуда она взялась? Неужели при падении с высоты мышца рвется? Как бы это противоречит одно другому, нет? И где те два дурачка? Я вообще ожидал, что столкнусь с Сэмом из другой реальности и с этим, кто там второй был. Регенерация защиты, спасибо. Выискиваю патрончики и пока вижу ровным счетом ничего. Ладно, давай мы тогда, раз закрытое пространство, замкнутое даже пространство, то возьмем пока дробовик. Мне кажется, что он будет здесь даже поинтересней. Просто у дробовика какая-то отдача, ну, честно говоря, то ли непривычная, то ли неправильная. Сейф. Че ты за мной ходишь? А, кстати, подожди. Эмма. Нет, подожди, не Эмма. А где Сара? Я ей, по-моему, в свое время лазерную пушку отдал. Так-то было бы неплохо ее получить обратно. Не, серьезно, а где Сара? Она была ранена и осталась позади? Блин. Ну ладно тогда. Ветчина. Ветчина — это не то, что мне сейчас надо. Да ёб твою мать. А там есть что-то интересное? Шлем вижу. Блин, возможно, там есть что-то интересное. Ладно, давай откроем, посмотрим. Так, куда я могу это приспособить? Никуда. А если это... Тогда мне надо будет раз, два, три, четыре. Ах, ядрёна батона. Отменить ход. Так. Ага. Тогда эта штука здесь пойдет. Так. 12 9 43. Бляха, здесь любые патроны есть, но только не те, которые мне надо. Как так-то? Биовульф? Взламывать надо.
Так, от урона врагов. Ресурсы весим на 5 часов. Подожди. Вот это я возьму. Сейчас мы посмотрим, что это такое. Кредит. Что? Фига залежи отмычки. Отмычек. Так, давай ознакомимся. Новые предметы. 40-е патроны. Это понятно. Биовульф. Это надо будет сравнить с моим оружием. Вот это. Ранец. Так, ранец. Это сюда. Нет, неинтересно оружие. Биовульф. А я использую сейчас... Вот этот. 29. Каждое последующее попадание наносит все больше урон. 84. Без модификаторов. Но я ж могу его модифицировать. Ладно, посмотрим. Мне кажется, если его модифицировать, то он будет лучше, чем то решение, которое у меня сейчас есть. Бляха, и тут заблокировано. Иди ты, герметик. Да герметика у меня до жопы. Отойди! Убью. Ай. Давай раз, два, три, четыре в один рядочек. Есть что-нибудь? Нету. Тогда, наверное, ты не ты. А что если... Раз, два, три, четыре в рядочек. Четыре нету, есть три. Ага. Вот это подойдет. Тогда здесь вот эта хрень 100% и вот эта хрень. Все. Отлично. Никель. Слушай, не помню, никель нужен. По-моему, не нужен, но я его уже взял. Титан, вольфрам. Титан, вольфрам. Клей. Клей. Очень много клея надо. А зачем тут заперто было? Тут ничего нет. Смысл запирать? Тут реально ничего нет. Херня какая-то. Сейф еще один. Свинцовая дробь, ядовитая мина. А если я сейчас возьму свинцовую дробь? Ничего, патронов не добавилось вообще нисколько. Плохо. Войти в аномалию. Блин, а хочу ли я туда входить? А у меня выбора нет. Подожди. Это же самое начало игры. Когда мы нашли свой первый артефакт, это же, по-моему, то же самое было, разве нет? Пах. Это сейчас чего?
А что происходит? Блин, надо их выводить на ближний бой. С дробовика они хорошо ломаются. А еще я понял, что если уничтожить главаря, то тогда все остальные просто-напросто разбегутся. Бляха, не разбегаются. А, это турель. Турель-то хрен разбежится. Ого! Фига, нормально. Да, это все турели, походу, остались. Где-то еще должны быть. Блин, нифига, кстати, Беовульф-то этот валит. Хорош. Ну его определенно надо прокачать. Во-первых, мне надо поставить совершенно другой прицел, потому что с этим я никого не попаду никогда. Ну и по сути все этого будет более чем достаточно. И что, и куда мне дальше идти? Это все не то. Вот это я возьму. Успокоитель. Ну, у меня, кстати, посильнее дробовик будет. У меня дробовик, если я не ошибаюсь, бьет на... 100... На 109 всего лишь? На 132 свинцовыми патронами. Магазин 7, там магазин 16. Не, не буду я его брать. У меня кажется, что мой лучше. Он супер скорострельный, у него патронов до хрена в магазин лазит. Там не такая большая разница. 106, 120. Опа, опа, опа. Продвинутый солнцеворот, лазерный пистолет. Не хочу. А мне кажется, что я немножко не в том направлении иду. Да, потому что мне надо вон туда. И как мне туда? Кто? Не могу попасть, не знаю, где там турель. Судя по всему, эту дверь как-то надо открыть. Так где она стреляет-то? Симулятор, гранату возьму. Да ёпер ж мать. Вот куда мне надо. Допустим, 45 хорошо, 43 плохо. 45 это мой на... О, кстати. Подожди, а у меня сейчас какой пистолет стоит? Нетушки, дай-ка я поставлю, знаешь какой? Я сейчас поставлю... Вот этот.
Состояние Б. Разорванная мышца и что-то еще. А как мне это полечить? Есть какой-нибудь быстрый поиск? Помощь? Восстановление? Нет, не то. Симптомы, увеличение скорости передачи. Так, инфекция, ожогов, обморожений нет. Ушибов, ранений, проколов нет. Излечение от всех зависимостей не сработало. Черепно-мозговые травмы. О! Все. Отлично. Да я новенький, считаю. Полимер. Не помню, чтобы мне нужен был полимер, но я не помню, чтобы он у меня вообще в целом был. Бинты. Ну, немного мы патронов в любом случае восстановили себе. Еще одна аномалия. А у нас гости! Вадик, ты мне не говорил, что у нас гости. У нас есть посетители. Так, капитан Петров, я собираюсь закончить самую важную коллекцию. О нет, опять ты. Из всех людей во временном я до сих пор сожалею, что украл у тебя артефакт, Петров. Он действительно был мне нужен для науки. Ну и как я должен воспринимать такой странный комментарий? Это какой-то... Ты не заслуживаешь последнего артефакта. Это из жизни, которую ты вел. Ты всего лишь вор, оппортунист, лжец. Это несправедливо. Я бы с радостью заплатил за артефакт, если бы вы мне позволили. Потребует от вас больше, чем кредиты. А ты думаешь, что у тебя есть право на бесконечность? Вы не что? Стража! Не надо стражу! Ключ. Стража у них никакущая. Кстати, дробовика надо бить. Где кто, пацаны? Что? Стеклянную витрину нельзя пробить? Ну это уже нечестно. Я не думал, что мы будем сражаться с кем-то из прошлого. Ну ладно. Закуски морских водорослей. Не интересует. Кстати, ненавижу морские водоросли. Оно мне так невкусно. Аккуратненько. Мы когда-нибудь дойдем до этого артефакта, в конце концов, нет? Не хочу. Космический шлем навигатора неинтересно. Ага. То есть это мы сейчас только-только доходим до пещеры. Где моя Сара? Почему меня эта дамочка преследует? Я ей не доверяю. Ты посмотри на этот взгляд. Она ж дикая. Да ты что? 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 Давай, Салага, давай, у тебя получится. Едва ступив на дорогу под мастерьем вместе с нами, не могу видеть еще одну душу, уходящую в пустоту так скоро. Подожди, а ты кто такой? Нет, нет. Я налью тебе, Салага, до самых краев. Что? В смысле? Это не...
Это прошлое, может, это будет? Это был я. Это другая вселенная, в которой я умер. Что за... Призрак Крикс. А, это я! Что за жестокость? Это какой-то трюк звездорожденных? Пришел поиздеваться надо мной, прежде чем повернуть клинок? Воу, стоп, я здесь не для того, чтобы причинить тебе боль, Владимир. Так, Владимир, послушай меня. Артефакты, они указывают на мультивселенную, место под названием Единство. Множество вселенных? Вы гость, проскочивший через врата пространства и времени? Я знаю, что потерять члена созвездия очень тяжело, но мы справимся с этим, продолжайте идти вперед. Они уверены, что ты просто отражение разрушенного мозга. Ну ладно, я понял, что ты имеешь в виду. Ну что ж, призрак с другой стороны, я еще немного покручу в голове то, что ты сказал. Но пока, может быть, ты дашь мне немного. Я только что потерял друга. А, ну конечно, да. Я тебе даю немного. А тут целый храм. А, ну да, здесь было написано храм. Затерянный храм. Здесь глубоко. Кстати, странно, что нет аварийной лестницы. А, хотя по этой штуке все равно можно ползти, как по лестнице. Обычно аварийную лестницу еще цепляют. Так, кредиты, да. Гранаты на всякий пожарный. Это неинтересно. Лазерный прицел разведчика, дульный тормоз, барабанный магазин. Это пистолет, калибр 27. Физический урон 47. А у меня... ...57. А если второй взять? 30. Дробовик. 206! Бляха, ну он всего на 2 патрона. Тут... Охренеть, это что такое? Охренеть, вы где столько набрали? Ёб вашу мать! И зачем так много сороковых? Это же подкалиберная, которая. Короче, возьму лазерное тоже оружие, пусть у меня будет. Если уж прям все закончится, то буду лазерным тогда долбиться. Что за 50-е патроны? Короче, патроны ни хрена не весят. Буду брать. Офигеть, вот это арсенал, конечно. Ну что-то мне подсказывает, что сейчас война будет просто охрененная. Новые предметы. 50-й калибр. Легендарный. Минус 25% потребления кислорода. Ресурсы, шанс поджечь ближе. Ой, вот это, кстати, очень хороший джетпак. Это я, пожалуй, выключу. Выключу, выкину. Подожди, джетпак. Кислородный резерв. Мне кажется, что этот получше даже будет. А вот по пистолету вопросики. Который по 27-му калибру.
Если я тот прокачаю, урон 20% против героя случайным образом наносит урон ядом и замедляет цель. Наносит корзин радиационный. Не, ну здесь слишком много различного дополнительного урона, поэтому я думаю, что нет смысла тогда мне этот пистолет хранить. Пошел в жопу. Так, а вот что мне точно надо, кинжал? Так у меня вот этот есть. Могильщик нет. Вот этот. Это у меня лазерная. Резак фреза. Могильщик семерка. Таким образом. Во. И прицел нормальный, и патронов до жопы. Так, это у меня что есть, получается? Есть нож. Есть пистолет волына. Крепкий, классный, качественный. Есть у меня дробовик. Крепкий, классный, качественный. Есть, соответственно, автомат, который Беовульф. Есть у меня еще... гранатомет. Это гранатомет. Это у меня лазерная винтовка. И это... В смысле? Вот сейчас я не понял. Одиннадцатимиллиметровый боеприпас. Это что такое? А, это дробовик с этого. Нет? Что это такое? Винтовка. 11-миллиметровая. Ну, это пушка Сэма. Единственное, что я не помню, почему... Почему на нее так мало патронов, 11 миллиметров? Видимо, редко встречаются где. Тяжелый сварочный аппарат. Тяжелый сварочный аппарат. Типа он тоже как оружие используется. Дробовик на 206, он хорош. Но, бляха, он всего с двумя патронами. А что должен с этими двумя патронами потом делать? Все, давай мы тогда на сим закончим, потому что дали слишком много патронов, и, скорее всего, впереди будет полная жопа. Продолжим в следующий раз. Ты пока подписывайся на YouTube-канал, на Telegram-канал, на Boosty, пиши лайки, ставь комментарий. Большое спасибо, что посмотрел. С тобой был Роман. И до новых игр.